У Гомеле 101-ю годовину Кастрычніцкай революции означили митингом на головной площади города. Гэтая падзея стала яшчэ одной подставой нагадать об минулым и асэнсаваць сучасныя досягнення. Гістарычныя крыніцы сведчаць, паведамленне об революции у Петрограде у Гомеля атрымалі только на наступный день. Нягледзячы на наявность вялікай колькасці палітычных партий, пераход улады у городе прайшоў мирным шляхам. Правда, для того, каб скласці реальную картину тых кастрычніцкіх падзей, гамельчанам потребовалось несколько дзён. Два центра силы сложилось. Это вот совет заседал во дворце. Ну а те противники революции захватили нынешнее здание старого универмага. Это была гостиница «Совоя», где они закрепились. И, собственно говоря, они также заняли телеграф. Поэтому сообщений из Петрограда не было никаких. И только когда в ночь на 29 октября красногвардейские отряды отбили телеграф и, так сказать, вытеснили офицеров из здания «Совоя», вот в этот момент уже поступила достоверная информация, что действительно революция победила. Беларусь – одна из нешматликих краин, где День Кастрычніцкай революции означается как державное свято. И не только тому, что это история, якую нельга переписать. Подчас митингу на головной площади Гомеля его удельники кажуть об тем, что Кастрычніцкая революция дозволила установить долгочаканный мир и гарантовала такие правы человека, как право на жыццё, працу, медицинское обслуговывание, адукацию. Створаны у 1922 годе Советский Союз стал державой, где на практике была реализована идея равноправия. Я знаю, что такое Советский Союз, что такое равноправие. Я работал директором завода. Вы не представляете, я объездил весь Советский Союз. Везде белорусов встречали на ура. Это была страна, страна радости и счастья. Кастрычніцкая революция поклала початок переходу от капитализма до социализма у свете. По своих метах и задачах она імкнулась до будаўніцтва социалистичного грамадства. Узявши лепшее советского периода, сегодня Республика Беларусь поспяхово развивается и займая годное место у сусветной супольности. Для меня, как для молодого коммуниста, важно то, что на сегодняшний день Коммунистическая партия Республики Беларусь ведет конструктивный диалог с властью по реализации социальных программ. И хочу в этот день поздравить всех жителей Республики Беларусь с этим знаменательным праздником, который дал возможность реализовать социальные справедливости и народовластие в нашей стране.